Так, есть кто? Есть, есть. Нет никого. Нужно будет сделать такую вещь. Всем здорово. Здорово. Заходи на замену ИВК. Сейчас, если кто-то отвалится, сразу пойдешь. Кем ты хочешь, варом? Не, нету разницы. Так, ну... Шаман, что, четвертая ката, да? Да. Шаманом заходи сразу. Ну, короче, имею в виду, если что, шаманом пойдешь. А то мне тут шаман слабенький один. Если кто-то отвалится с пугов, сразу тебя доберу. Ну что, там пуги? Угу. Я тогда пугов брать. Может, ты сразу пугов кикнешь нахрен? Почему? Ну нахрен они нужны, если у нас из гильдии есть люди. Можно писать ему в прям так не делается. Но я так делал всегда. Я беру людей, они плюсуют в рейд. И они идут в рейд, потому что они во время сбора плюсанули. Я не могу их посылать куда-то там. По причине, без причин. Они могут покинуть рейд только за косяки какие-то. Или когда нужно их кинуть будет на чешку. Никто никого не кидает. Жаль. Ёбаный стыд. А Лексус тут? Да. Лексус, скажи, пожалуйста, а... Т4 лучше, чем Т10? Да. То есть имеет смысл 4 куска Т4 одевать, да? На не Т10. Ну, на некоторых боссах. На всех боссах меняются. На которых долгий босс Т10 можно взять 2. Ну да. Либо трэша много. Короче, надо 2 комплекта иметь, я так понял. Да. Ну, лично я имею 2 комплекта, но никогда их не свечу, потому что, ну, блядь, Т10 меньше ДПСа выходит. Ну, просто там 3% прока этих, блядь, вообще не знаю, что я пробую. Дайте столик. Драг мовки ласпитну. Кто танки? Войт по танк. Пекарь с паладин тогда.
Сейчас, 30 секунд, 30 секунд, стек. Тут. Спасибо. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тириона. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Тут забираем или соль заканчивается? Всегда в соло танчу. Выбирай. Восемь. Джураду только разморозь, и он один остался. Жесткий пол. Жесткий пол. Угу. Можно, только если возле тебя дебафа нет. Шейпер, залей мне ману. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит... Нахуй вы подходите? Герои!
Чё шаманы так жестко хилят, ну? Походу холипала нету, да? Трансгуман ролит на сову, забыл написать. Мод, выведите его, жесткий пал, отойди подальше, выведи, блядь, босс. Спрашивал жесткий пал, можно ли ему на Джераксу все выбрать. Я могу ретриком давать массовый. Этот, блядь. Сайфу. Ебать, еще нихуя не упало. А, нет, кинжал нормально. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гиппопанс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. На все в свое время, жесткий пол, на все в свое время. Вот писюн. Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к затмению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопанцем, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! На чё по Герика, на чё чё? Ведьмом, тебя погубит твоя самоуверенность! Опять минут, чё? Перед вами Джараксус, эреторский повелитель Тлающего Легиона! Так мы далеко на. Да я сам себя похил. Милики, рейндж, возьмите друг возле друга. Нормально рейндж, между собой возьмите. Не выбегай, стой на месте. Фред. Бабом можно скинуть. А маги бо? Thank you.
хрен нахилиться без, блядь, чарки на пушку. Что за говно падает? К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Какая была надежда на выбор... Ой, блять, выбранных. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на война... Нет, он сказал, что говно тренер ролик не будет, блять. Повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише, успокойтесь. Я прошу прощения, привет всем. Это Войт. Это этот вар с нами был в целках ХМ-25. Выхохоль, да. Да, да, он. Сапоги, которые забрал деньги. Кожаный. Двадцать пять хм прошлый когда ребро. Я тогда шею забрал у него. Здорово. Нет, он в следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион. Позволь моим чем. Я так понял, меня с вара выгнали навсегда, да? Столько варов это, сука. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. У кого, как ты думаешь, Лексус? У кого здесь в рейде есть хотя бы минимум инженерка, блядь, чтобы тебя джилса поставить? Пробуй того, что ждет нас в будущем. Сарду! Алиса, успокойся нахуй. Ну чё у вас за хуйня сразу, блядь, обзывать друг друга? Дайте форбах по шаману.
Да. А что ты предупреждаешь, Войт? Сколько надо обхуесосить человека, чтобы ты начал давать ГП? Сколько можно сказать матов? Давай я скажу хотя бы 5 в кого-то, блядь. А то ты предупреждаешь, а нихуя толку нет. Сразу давай 500 или 1000, чтобы рот закрыть. Всем доброго времени суток. Здорово. Сильно опоздал, есть место? Заметно. Беги, малышка, беги! Ух ты, сука, наебаная. Ты чё, кого бить? Все бьют разных, блядь. Пизда, блядь. Я уже езжу, мужик. Без холипала тут трудно танчить, ой, хилить. Шедер, давай по мне, Боб. Шейпер Залейман. Ёбаный в рот, чё они все на мне висят? Должны прохилить. Ты шла один из знаков, то не спал. Я за диспетчер.
После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Возьми тайномага на замену. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Я ж плюсанул просто. Пусть состязания начнутся! Триста баф. Могу в эту спекнуться, коли приста, так, для надежности. Не надо. Ну я там бафы вешу, так. Хуёвый у меня хули прист лучше, но для надежности. Ну да, да. Можно МП5 баф? Жесткий палки справа же. Т4 с троллейбоем Глорегер.
Как ты сказал? Тут вопрос на хуяти. О. У нас там сферы залетают. Пускай залетают. Да, хуйня. По 10. Я тут просто даун. Это такое. Нахуй я сюда и шел вообще, блядь. За ЕП. Все, сука, на метке все упало. Что, я лемо буду собирать? А, это все типа лосы. Бинар. Лиса, микрофон на стрим. Меня типа хуёво слышно, нет? Да. Как ведрано. У него 3-4, нахуя ему грудак? Я вообще не знаю, блин. Ну похуй, пускай ролик. Он лучше знает. Ага, ага, берут, на. Блять, то есть пуга 241-го ты взял, блять, а меня ты выебывался взять? Серьезно, блять? Про какого ты пуга 244-го говоришь? А вот ты тот маг, блядь, который строил. Сколько ты дал ДПС, а сколько он дал ДПС? Какая нахуй разница, блядь? Большая. Блядь, мне поебать, что хилов не было. Тихо, кто боты сролил? А мы не по спектру ролим? Ну, убрать хил.
Я сролил бот, и уху, блядь. Нахуй. Пришло время одевать нахуй эти, блядь. Друидов в ткань, блядь, варов нахуй в ткань, похуй, блядь. Ой, сука. Я знаю, которые в биси идут, а не те, которые не выкинут, при том, что у них за ОД, блядь. Чем хуже, блядь? 1064 хуже, блядь? Так у него есть этот пояс, я про это говорю, блядь. Да? Ты хил. А, и ты на уровне. Так что мне кидать обмен на пояс или нет? На офспе кроли, если никому. И ботинки, и шею. Я только ролил, я просмотрел поддон. Могу линкануть. Ну я на успекнулся, я думал, может кому-то нужнее. Мне нахуй ли приста, я уже пришел. Какая-то на СПД. Чё-то ты путаешь! А! Нет, он не сролил. Ну, 65 я вырыл. Царь обезьян сролил. Так-то да, дробящие посохи, кинжалы. Здравствуйте. Да, мечи не носят. Драгма кинул не 94. Драгма кинул... А, они двое кинули 95, но Драгма ролит на хила. На хила это не идет. Турбой скинул 98, Чуланс 97. Дэвдэмидж 96... Войт 8. Ладно, всем спасибо, всем счастливо. Да. ЕП.